И же везде и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю приди вселительны, и очисти от всякие скверны, и спаси блаже души нашу. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжаем противосектантские чтения. И тема сегодняшних занятий о Священном Писании. Второе послание Тимофею 3:16. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 29 по 30 стихи. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Сектанты признают в большинстве своем канонические книги Библии священными, то есть 39 книг Ветхого Завета и 27 Нового. Но и здесь между ними много различий. Есть те, кто совершенно не признает Ветхий Завет, и все не признают неканонические книги. Иные признают часть Ветхого Завета, но все они претендуют быть самостоятельными толкователями Библии. Рассмотрим согласно Слову Божие их неправоту. Они не могут не согласиться, что некоторые книги, о которых упоминается в Библии, не дошли до нас. Как, например, послание апостола Павла к Лаодикийцам. Послание к Колоссянам 4:16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Церковь очень осторожно принимала в канон новозаветных книг Писания святых апостолов ввиду того, что уже во времена их стали появляться подложные писания еретиков, выдававших свои еретические книги за книги святых апостолов, подделывая их подписи и печати. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-2 стих. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом или смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». При принятии книг в канон Нового Завета уже было около 50 еретических книг, которые очень многие принимали за настоящее. Одних только Евангелий насчитывалось около 20. Каким же образом и кто узнал, что только 4 из них настоящие? Вопрос очень простой, но и на него сектанты категорически отказываются отвечать. Еретики, как правило, духовно развращены лукавством, хитростью, лестью и ложью. Чтобы кто не подумал, что это голословные слова от нерасположенности к ним, попробуйте добиться ответа от них на этот вопрос. Я очень близко знаком со всеми сектами и много раз проповедовал с их кафедр. И всегда поражался их страшному невежеству и малограмотности, их строго ограниченному знанию мест Писания и еще большему нежеланию знать истину. На прямо поставленный вопрос они никогда не отвечают прямо. Они так зримо похожи на тех, кто лукавил около Христа, подыскиваясь к Нему, как будто они только что сошли со страниц Евангелия, как родные братья тех, кто искушал Христа, и на любой вопрос, проиграв доступные им два варианта, всегда отвечают «не знаем». Матфея 21:23. Когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ:
Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда им и он, сказал им и он. И я вам не скажу, какую властью это делаю. До нас дошло предание, что даже верующие не все склонны были к тому, что только четыре Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна от Духа Святого. Иные склонны были допускать, что Евангелие от Фомы, от Никодима, Варфоломея, Евреев, Басилиска и другие, если и не полностью, то частично все же богодухновенные. Все эти Евангелия были положены на престол, помолились Богу, чтобы он сам показал, какие книги от него, и храм был заперт и опечатан. К такому методу прибегали Моисей и Аарон, и в Новом Завете при мощах Ефимии Всехвальной. Утром обнаружили, что только четыре, известные ныне как канонические, лежали на престоле. Остальные были сброшены на пол. Но даже если и не так было дело, то ныне сознание верующих сумело бы оставить только эти четыре Евангелия. При всей своей ненависти и клевете на Вселенскую Церковь, сектанты должны быть благоразумными и честными в своих рассуждениях. И сознаться, что канон книг Нового Завета они получили от святых отцов, которые утвердили этот канон на соборах. На этом же самом соборе эти же самые отцы утвердили канон и ветхозаветных книг, среди которых были и неканонические. Лаодикийский, 1 глава, наверное, 59 правило. Не подобает в церкви глаголать псалмы не священные или книги не определенные правила, но только в правилах означенные книги Ветхого и Нового Завета. Апостольское правило 85. Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирян, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета. Моисеевых 5. Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Иисуса, Сына Навина 1. Судьи 1. Руфь 1. Паралипоменон, то есть остатков от книги дней 2, Ездры 2, Эсфирь 1, Маковейских 3, Иова 1, Псалтирь 1, Соломоновых 3, Притчи, Экклезиаст, Песнь Песней, Пророков 12, Исаия 1, Иеремия 1, Иезекииля 1, 1 Даниила. Сверх же этого вам да присовокупится в замечание, чтоб юные ваши изучали премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть Нового Завета, Евангелия 4, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Павловых посланий 14, Петра послания 2, Иоанна 3, Иакова 1, Иуда 1, Климента послания 2 и постановление вам, епископам, мною, Климентом, изреченные в 8 книгах, которые не подобает обнародовать пред всеми ради того, что в них таинственно. И деяния наши апостольские. Вопросы по прочитанному кого-нибудь возникли? Так, ну вот у меня вопрос, что это за Климента послание 2? Первый вопрос. И почему Ездры здесь 2, а не 3? Можете, Игнат Тихонович, ответить? Ну, этот вопрос надо задавать не мне, а тем, кто сидел на соборе.
Они никому ничего не объясняли, так и поставили. Третья книга Ездры, на эту можно найти объяснение, что даже та, которая у нас печатается, у нее не хватает около 100 стихов в 7 главе. Ее взяли там уже все из Вульгаты, кажется, от католиков. Потому что в списках не было. А как они определяли? Впереди было написано, как определяли. Всего книг, которых упоминается в Библии, и которые исчезли, их нету, где-то около 15 книг или даже до 20. Апостольское правило, ну, считается, может, начало 2 века. Вот так порешили, взяли эти книги. Тут еще не показано, что у Соломона премудрость Соломона. Вот в церкви никогда здесь не упоминается откровение. Его не приняли на этих соборах. Посчитали, что эта книга таинственная, непонятная, откуда. В дальнейшем еще будет на соборе принято, когда там примут, а спустя почти 3 столетия. Поэтому даже до сегодняшнего дня сохранилось, что проповеди на откровение нету ни одной. В 4 веке впервые ее истолковал Андрей Кесарий Каппадокийский, архиепископ. Андрей, толковый апокалипсис. Ну, первый, который знаем, это 3-толковый, а есть даже 7-толковый. Одно и то же место на 7 толкований идет. Почему? Потому что мы не знаем как, но подходит и вот так, и вот так. Поэтому тут только надо так признать, а чем они действовали, как они молились, а кому открыто было, об этом история умалчивает. Все. Но эти вот Климента послания 2 вам не встречались нигде, не сталкивались? Эти послания выделили отдельно. Они были приняты, были в Ветхом Завете в одном переплете. А потом их выделила церковь отдельно. Они так и существуют, как творение Иоанна Златоуста. Ага. Все. Нет, он говорит, Климент Анкир этого, римского. Ну вот они сейчас, я про них отвечаю. Климента, послание 2, это римского. В послании к римлянам говорится. А дальше в Карфагенском соборе будет пояснено. Все. Благодарю. Карфагенский собор, правило 33. Постановлено также, да не читается ничто в церкви под именем божественных писаний, кроме писаний канонических. Канонические же писания – суть сии. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, Царств, 4 книги, Паралипоменон, 2, Иов, Псалтир, Соломоновых книг, 4 пророческих книг, 2 на 10, тут 12, наверное. Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Товия, Иудиф, Исфир, Ездры, 2 книги. Нового Завета, 4 Евангелия, Деяния апостолов, 1 книга, Посланий Павла, 14, Петра апостола, 2, Иоанна апостола, 3, Иакова апостола, 1, Иуда апостола, 1, Апокалипсис, Иоанна, книга, 1. Для твердости же предлежащего правила, да будет извещено 7 брат и сослужитель наш Ванифатий, епископ римский и прочие епископы тех стран, ибо мы приняли от отцов, что сии книги читать и подобает в церкви. Священным писанием называется откровение людям воли Божией, записанное Богом, избранными людьми по вдохновению Святого Духа в особые священные книги, которые все вместе именуются Святой Библией. Как происходящее от самого Бога, письменное Слово Божие называется Священным Писанием, в отличие от обыкновенных писаний человеческих. Откровение воли Божией не сразу дано было ветхозаветным людям. И, следовательно, не сразу, а постепенно записывалось богодухновенными людьми. До Моисея не было священного писания. Святые праотцы научались вере в Бога и спасались по преданию, то есть устному научению. Моисей первый записал открытую ему волю Божию в 5 книг и объявил их божественными, положил их в храме по правую сторону ковчега Божия. Книга Второзаконии, 31 глава, с 24 по 26 стихи. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав,
Возьмите сию книгу закона и положите ее в лесную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Преемник Моисея Иисус Навин тоже вписал слова Божии в книгу закона Божия. Иисус Навин 24:26. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его под дубом, который подле святилища Господне. Так поступали и другие, получившие откровение от Бога пророки, как, например, Самуил, 1 Царств 10:25. И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Все богодухновенные книги были собраны и заключены в один канон. По-нашему сказать, в один переплетенный том уже после Вавилонского плена. При Ездре и Неемии. Вторая Маковейская 2.13. Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках и о Давиде, и письма царей о священных приношениях. Благочестивые люди из еврейского народа писали книги и после Ездры, и церковь считает эти книги полезными для назидания, допуская их для чтения. Новозаветное священное писание тоже не сразу появилось. Господь наш Иисус Христос сам ничего не писал. Из житий известно, что перу Христа принадлежит только одно послание к Авгарю, царю Эдесскому. Священное писание не человеческое, а божественное. Евангелие от Матфея 5:17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Иоанна 5 глава 46-47 стихи. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Евангелие от Луки 11:28. А он сказал: блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Второе послание Петра 1:21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вопросы не возникли, тут все понятно вроде, да? Итак, переходим к возражениям сектантов и разбору их. Итак, сектант говорит, как бы: для руководства в вере и благочестии достаточно одного Нового Завета. Ибо Ветхий Завет отменил сам Христос. Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи.
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Православный. И веровавшим, и неверовавшим иудеям Христос указывает на наступающее Царствие Божие. Христос не только не отменил Ветхий Завет, но сам признавал его святость, приводил его в доказательство своего божественного посланничества и велел всем читать его для утверждения в вере. Второе возражение сектантов. Христос отменил Ветхий Завет, о чем говорит апостол Павел, Евреям 10:9. Потом прибавил. Вот иду исполнить волю Твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. Православный. Для того, чтобы понять, что такое первое и второе, необходимо перечитать Евреям 10 главу с 4 по 10 стихи. Итак, читаем. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил. Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И станет ясно, что речь идет только о жертве ветхозаветной. Матфея 26:28. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. То есть понятно, отменяется не весь Ветхий Завет Иисусом Христом, а только лишь о жертве ветхозаветней. То есть кровь козлов и тельцов отменяется. А что нового? Кровь моя, моя Христова. Нового Завета. Отменяет первое, чтобы поставить второе. Значит, первое — это кровь тельцов, животных, а второе — это кровь Христа Нового Завета. За многих изливаемое во оставление грехов. Так, дальше идем. Если вопросы по ходу возникают, можно без поднятия руки с места говорить. Итак, третье возражение сектантов. Христос отменил Ветхий Завет. Из чего же они это берут? И вот приводят место Писания Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стихи. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Православный. Здесь Христос говорит не об отмене Ветхого Завета, а о том, что две заповеди о любви превыше всего. Галатам 5:14. «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». И Римлянам 13 глава 8-9 стихи. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон.
Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. 1 Иоанна 4 глава 16 по 21 стихи. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Матфея 19 глава 16 по 19 стихи. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». 5 глава 17-19 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». 13 глава 52 стихи. Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Иакова 2:10. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Римлянам 7:12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Вопросы? Очередное возражение сектантов. Мы признаем учение Ветхого Завета о вере и благочестии, но решительно отвергаем неканонические книги. Второзаконие 4:2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». 12 глава 32 стих. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того». Притчи 30 глава 5-6 стихи. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него, не прибавляя к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Православный. Здесь запрещается прибавлять что-нибудь Второзаконию Моисея простым людям, не получившим от Бога откровения. Святые же Божьи люди, получая откровение от Бога, записывали его волю в священные книги и прибавляли их к книгам Моисеевым. А неканонические книги церковь признала, и на них святые отцы говорят проповеди. Сами святые апостолы в своих посланиях пользуются не только каноническими, но и неканоническими книгами Ветхого Завета. Послание апостола Иакова, 1 глава, 13-19 стихи. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом,
и сам не искушает никого. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Книга Иисуса Сирахова, 15 глава, 11-12 стихи. «Сын мой, по состоянию твоему делай добро себе, и приношение Господу достойно приноси. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе». 5 глава, 13 стихи. «Любящий ее, премудрость, любит жизнь, и ищущий ее с раннего утра исполнятся радости». 7 глава, 36 стих. «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». 18.1. «Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее». Руфь 2.20. «И сказала Наиминь снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наиминь, человек этот близок к нам, он из наших родственников». Римлянам 1.18.23. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Премудрость Соломона, 13 глава, с 1 по 10 стихи. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их». «А если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его. Потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и утверждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень, дело давней руки. Откровение 15.4. «Кто не убоится Тебя, Господи, и
не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, ибо открылись суды Твои. 2 Езды 4.28. Неужели теперь не поверите мне, не велик ли царь властью своею, не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Бытие 2.24. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Матфея 19.5. И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два одной плотью. Ефесянам 5.31. Повторяется это тоже все. Так, вопросы по прочитанным. Ну, конечно, очень много мест Писания, но на вопрос, как вот все-таки доказать сектантам, что канонические книги вот тут сказано, святые апостолы в своих посланиях пользуются не только каноническими, но и неканоническими книгами Ветхого Завета. Где это? Я что-то не увидел. Вот просмотрел. Где они именно пользуются неканоническими книгами? А, он, наверное, Яков цитирует вот это вот, да? Угу. Просто тут не сказано, как, откуда это берется. Если по поисковике зарядить, то узнаем, с какой книги. Так, нет вопросов по неканоническим книгам. Идем дальше тогда. Пятое возражение сектантов. Каждый может толковать Библию, как он разумеет ее, ибо каждый христианин имеет в себе помазание от Святого Духа, научающее его истине. 1 Иоанна 2, 2 глава 20-24 стихи. Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Православный. Под помазанием, разумеется, благодать Святого Духа, пребывающая в Церкви Христовой и наставляющая ее на истину. В первенствующей Церкви во время святых апостолов уже были учителя, толкователи Писания. 1 Коринфянам 12:8. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. 13:8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Теперь это помазание от святого делается христианам в таинстве мира помазания, но оно не дает права каждому толковать священное писание по своему усмотрению. Оно наставляет и укрепляет в истинном понимании Слова Божия только тех, кто исследует писание, находится в общении с церковью, а не с сектой, и в полном послушании учению церкви. У сектантов, отделившихся от церкви, нет святых таинств, нет и не может быть помазания от Святого Духа, следовательно, и не может быть правильного понимания священного писания. 6 возражение сектантов. Всякий верующий без руководства других может сам исследовать священное писание, которая может умудрить его во спасение. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
Деяния 17, 11, 12. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Такое возражение, что каждый может сам исследовать. Православный. В приведенных местах ни слова не говорится о том, что каждый может толковать Писание так, как ему хочется. Словом, исследуйте Писание, Христос советует иудеям, не веровавшим в Него, обратиться к их ветхозаветным Писаниям, чтобы убедиться в том, что Он действительно Христос, Мессия, посланный Отцом Небесным для их спасения. Что касается верийцев, то они, разбирая Писание, убеждались в том, что на Христе исполнились все пророчества. И ясно, что они не толковали Писание в кривь и в кость, как наши сектанты, потому что написано, что они приняли слово со всяким усердием. Так, Евгений Шкарина. Такой вопрос у него. Комментарий сектанта номер 5. Почему тогда он сектант, если говорит такие слова, цитируя Святое Писание? Ну, сразу первая мысль приходит, когда в пустыне сатана искушал Господа. Не цитировал ли он Святое Писание? И как раз Святое Писание это нам и говорит, что не всякому духу верьте. Ибо будут приходить под именем моим, принимая вид ангела света. То, что человек цитирует Святое Писание, вовсе не говорит о том, что он в истине. Также Христос говорит, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Далее Христос говорит, что как бы к нему обращаются, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? То, мне кажется, еще даже выше, чем просто цитирование Священного Писания. Бесов изгоняли. Не от твоего ли имени пророчествовали? И Христос скажет, отойдите от меня, все делающие беззакония, я никогда не знал вас. А какова причина? Делающие беззаконие. Вот они и сектанты толкуют и в кривь, и в кость. Они делают беззаконие, отсеклись от церкви. Какие? Как? Ну и что, что они цитируют? Они его неправильно понимают. А неправильно понимая, они его неправильно исполняют. Вот и все. Седьмое возражение. Сектант. Мы, надменно говорят сектанты, при чтении Писания ни в каких мудрых наставниках не нуждаемся, ибо Бог открывает познание Его и немудрым. Матфея 11:25. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты тут утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». 1 Коринфянам 1:19. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Православный. К Христу обращались не только простецы, но и мудрые, и люди высокого положения, как Иосиф Аримафейский.
Лука, 23 глава, 50 и 51 стихи. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете в делах их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия. Далее. Сотник Корнилий. Деяния 10.1. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Далее. Ученый Савл. Деяния 23.3. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем в городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и вы ныне. Из 25 по 29 стихи. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел, донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Когда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отпустили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Ясно, что слово «погублю мудрость мудрых» относится не к христианской мудрости, которую апостол Иаков советует просить у Бога. Иаков 1.5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто без упреков, и дастся ему». А к языческой мудрости это обращаются эти слова. Римлянам 1.22. «Называя себя мудрыми, обезумели». Далее еще была иудейско-талмудическая такая мудрость. Вот какая мудрость имеется в виду, но не отнюдь не христианская. Понятно? Так, вопросы. Так, вопрос, значит, от Дмитрия Бодичан. Так. Почему они молятся Иисусу и одному Богу, и почему Бог им не откроет, что они неправы? Вообще, почему столько различных организаций, все вроде бы как Христу поклоняются? Почему Бог не откроет им истину? Они ведь ему молятся об этом. Молятся ли? По-моему, Игнатий Тихонович говорил в одном из видео, что они, баптисты, на первую ступень встают, призывающие благодать, и что у них есть Дух Святой. Почему он им не откроет вопрос о церкви? Как я понимаю, сюда больше подходит притча о плевелах с толкованием Златоуста. Вот такой вопрос, Игнатий Тихонович. Почему, если у них первая есть ступень, почему Бог не открывает? Может, потому что третья не достает в полноте? Можно? Если, если сегодня люди видят на дороге правила такие, правильно. Так вопросы задавать надо к органам тем. И здесь вопросы к Богу задаются. А как я за Бога буду отвечать? Почему Бог так сделал? Почему у человека только два глаза? Почему третий на затылке не сделать-то? Не надо поворачиваться было. Так вопросов таких миллион можно поставить. Принимай как есть. Упрямство человеческое. А мы-то почему делаем так? Знаем, что торговать нельзя. Торговлю выбросили. А везде торгуют. Сейчас патриарх, я посмотрел сегодня, говорит, как будто это не патриарх, слово к слову подбирает, и они такие злобные, они такие, это проукраинские говорят, а мы вроде бы не такие. Да вчера еще только затягивали всех, как они громили православную зарубежную церковь, а сегодня
Это, говорит, Карачук-то на них свалился. И не знает, что делать. Не надо ничего делать, надо молиться. Прежде чем судить. Вопрос-то к Богу. Вот ко мне, например, почему я вот в такой одежде, или почему у меня волосы там не подстрижены, я могу ответить. А там нельзя ответить. Им Бог, да, открыл, а дальше они не идут. А мы-то где идем? По порядку-то нас разобрать. Таких вопросов нам сколько? Как считаешь? Господь говорит, православным-то это нельзя сказать, это мы так брали по высшей шкале. Сектанты, да, православным-то ни один не ответит так, как здесь написано. Вплоть до тех, которые академию кончат. Я с ними беседовал, богословы. Надо себе все это применить. Заблуждайтесь, не зная Писания. Они хоть как-то знают. Вот Петр Мещерина в игумен Данилова монастыря и говорит, юноша ушел, долго не было. Через полгода его встретил. Говорю, а ты что не ходишь в храм-то? А я ушел к баптистам. Как так? Да так, говорит, проповеди нету. Я ходил по московским храмам православным-то. Нигде не проповедуют. А эти хоть как-то, но проповедуют. Вот на суде-то Божьем эти слова-то загорятся, наверное, у нас под ногами. А добра не ищут добра. Вот и все. Можно мне добавить? Можно. Ну, это он задает вопрос, почему так все Господь не сделает. Но я ему хочу сказать, что делает. Мало того, вот и сейчас даже присутствует у нас Елена Тисин. Она была баптисткой всю жизнь, 60 лет. Была баптисткой с 4 класса, да? Но Господь ее коснулся. Да, ну это и рассказывала там это, да, по скайпу. Ну, говорю, приезжай к нам, говорю, увидишь. Она приехала, и все, Божий промысел. Священник с ней поговорил, все это. Она говорит, я баптистка. Говорит, нет, ты, говорит, наша. Возвращайся домой. Приезжай на исповедь. И что? Она не крещенная, нету, приехала или привез, и, да. Она раз все поисповедовалась, и он ее благословляет на причастие. Она идет. Принимает причастие, и Господь сходит на, то есть благодать получает. И все. И она, естественно, потом же это приняла православие. Но опять он ее не оставляет. Он уезжает, она уезжает в Германию, да, покупает новый мобильник. Только открывает, то, опа, ей все за, за православие. Все, только что не подумает, опа, 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 опа. То есть Господь не дремлет, Господь делает. Но время еще к этим людям просто не прошло. Или неправильно понимают просто-напросто. А вот это живой свидетель, вот она даже сейчас с нами присутствует. Вот это она уже года полтора в православии. Аминь. Так, продолжаем дальше. Вы, наверное, знаете, что следующую тему на следующих занятиях, наверное, начнем. Час у нас прошел. Давайте вопросы задавайте, Игнат Тихонович. Вопрос хотелось бы пошире немножко раскрыть. Зачем нужны священники? Как вот там с сектантами общаться или с людьми мало еще верующими, ходящими в церковь, там только светить куличи. Можно как-то пошире? Я к истинному православию прочитал там о священстве. Ну, хотелось бы, может быть, пошире какую-то на эту тему рассуждения, цитаты из святых отцов и вообще из Библии. А кто это? Игнат Тихонович, не включили. Из святых отцов зарядите в интернете, Иоанн Златоуст напишите, 6 слов о священстве, и прочитайте их, и тогда снова вопрос этот зададите. Там до самой скрупулезности. А в нашей теме к истинному православию к этому добавить уже ничего нельзя. Это все взято из всех святых отцов. Почему? Так Бог установил в Ветхом Завете. Одно колено посвящается служению Богу священства. Колено целиком. И Бог делил землю.
А колено? Они получили ничего. Зачем? А распахивайте сердца людей. А в Новом Завете священство, это же все имеет оттуда переход-то. В Новом Завете с переменой священства. Апостол Павел пишет к евреям. Переменой, но не отменою. Бог так установил. А зачем у нас президент? А зачем дума? А зачем губернатор? Мы можем чамкать день и ночь, говорит. Но так власть установила. Раньше были другие, там гегемоны назывались. Как он Путин, о Путине поют. Дядя Вова, мы с тобой. Гегемон нас достал. 10 начальники, 100 начальники, 1000 начальники. Это все уже упоминается. А зачем они? Для разрешения вопросов. Приехали ко мне тут и говорят, да у вас что тут такая разруха, это в Барнауле прошлые годы, никакой власти нету. Я говорю, остановись сейчас, вот давай посмотрим. И автобус проходит по центральному проспекту. Скажите, вы думаете, у этого автобуса путь обозначен где-то? Ну да, маршрут. А кто это сделал? Никуда не надо что брать, прям перед глазами что идет. Кто это сделал-то? Власти, городская администрация. Они назначают, люди приходят, которые свой транспорт имеют, им предлагают вот дальний уголок такой, туда автобуса у нас нету, пойдете? Пойду, все, ему назначают, номер дают, откупил. Сколько заработаешь, твое налог плати. Кто это делает? Власть. А вот сейчас загорелось, а власти никакой нет. А тут загорелось около базара, старое здание, там ритуальные услуги были. Я насчитал 12 пожарных машин, самых современных. Кто это сделал? Власти нет, это никого нету. Все друг на друга. Смотри, сигнал 01, и уже машины стоят. И уже лестницы такую высоту подняты. Пожарные бегут, тащат шланги. Другие раскатывают внизу. Кто это делает? Дальше здесь. Газету получаете? Да. Кто это делает? Типография специальная. Корреспонденты поставлены. Разруха в стране тогда, когда железнодорожные линии зарастут травой, полынью. Когда эти дороги не будет, тут можно рядом проехать, а железнодорожно никуда. Главный транспорт. Люди ничего не понимают, а привыкли роптать. То есть себя наведи сначала в голове эту, как он, Филипп Филиппович говорил, собачье сердце. Разруха она в головах у нас здесь. Мимо унитаза ходим. Вот на все это надо так ответить. Как без священства? Никак. Бог его установил. А как? А вот так-то сделать такой-то состав. Ну, написано, что там положить, сколько Богородской травки, к примеру, говорю, сколько душицы, потом сделать состав, настоять и им помазать. Так я могу сделать. А там написано, кто сделает подобное, мазать, да будет предан смерти. Все, руки опустились. Шутки плохи. Сказали оружие сдать, значит сдать. Не сдашь, тебя около вытащит и расстреляют возле дома. Как он был в Кампучии там. Пол Пот пришел, Янксари. Вся страна превратилась в кладбище. Так и здесь. Бог так установил, аллилуйя, аминь. Где мы считаем это? В Новом Завете у апостола Павла, Титу 1.5, чтобы ты довершил недоконченное, рукоположил пресвитеров. Пресвитер, епископ, диакон, это все священство одним словом. Божье установление, все. Почему утро, вечер должен быть-то? Светило бы солнце. Ну, где-то на севере, там все равно, зато ночи будут длинные. Есть весна, есть лето, осень, зима. Кто? И написано, и так будет до кончины века. Мы не можем земному шару сделать, чтобы он перевернулся, по-другому стоял, или не поворачивался, как луна, одной стороной. Не так. Это Творец сотворил. Творец сотворил, и аллилуйя. Он поставил священников, которым дал власть. Кому простите, проститься, кому оставить, оставиться. Иоанн Златоуст говорит, без этих священных рук священства нет отпущения смертным грехов. Бог так установил. Бог дал такую власть. Все. Вот сейчас много ропщи. Тут евреи все захватили, прессу захватили, гражданство не получишь. А эти разные познеры там выступают, а Гордоны, у них по 2-3 гражданства. А свои русские оказались за рубежом, не могут получить. Не могут, десятилетия стоят. Явно идет на разрушение государства. А роптать не надо. Бог так установил. Про это семя Авраама сказано, и цари народов понесут ему дары. Вот они дары наши и берут. 72 года советская власть стояла, а тут же ее разграбили. В Израиль да в Америку. И не надо роптать. Это предсказано все было.
Если Бог назначил прийти Навуходоносору разрушить храм, никакие наши союзы с Египтом не помогут. Займите с собой весь ответ. Надо просто научиться иметь страх Божий, а не просто рот до ушей. Спим, говорит, рот как корыто раскрыто. Вот и священство дано, чтобы нас сдерживать, подсказывать, исповедовать. Ему дана власть. Я другой раз иду, а которые знают, руки лодочкой сложат, благословите. Я могу только посмеяться. Я не священник. Я просто могу сказать, да благословит тебя Бог, душа. Все на этом. Вопрос отвечен. Благодарю. Аллилуйя. Попутно скажу. У Моисея были такие люди. А что священство? А мы чем хуже? Из колена Левиина. И начались начальники. Люди отличные написано. Говорит Моисей, а что вы? Мы чем хуже вас? Почему мы не можем делать-то? И Господь сказал, завтра я покажу. И с неба пал огонь, и 250. Они с кадильницами стояли, кадили. И вдруг пламя, лазерный луч упал на них. В пепел превратил. Кадильницы остались, а от них ничего там видно не осталось. А сказано, кадильницы эти, как сделано, развернуть эту жесть. И жертвенник им этими кадильницами обложить, чтобы помнили. Если кто-то посмеет это сделать еще, да будет предан смерти. Под страшными клятвами взято. Дафана Вероны Корей. А как доказать? Бог сказал, завтра я покажу. Он говорит, если они умрут, как обыкновенные люди умирают, тогда ничего нету. А если необыкновенные, поймите, во что они восстали. Вы не меня отвергли, говорит Самуил. Вы Бога отвергли. Бога. Да какой Бог-то? Твои сыновья там что попало делают-то? Ты за это ответишь уже. И что получилось? Земля разверзлась, и живьем шатры, жены, дети, все провалилось в преисподнюю. Единственный раз, чисто 16 глава, Бог так наказал, живьем в ад. Это секты, отделение от церкви, как это страшно. То есть непризнание. Все, народ закричал и побежали, чтобы самим туда не рухнуть. А к сектам тянутся еретики. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения. А где написано об этом? Деяния апостолов 14:23. Господь ежедневно предлагал спасаемых в церкви. А зачем их предлагать-то? Прилагать, если спасение и так было. Нет, прилагал. Без церкви нет спасения, а церкви нет без священства. Деяния 2:47. 2:47. А там, говорит, пресвитеров избрали 14:23. Игнатий Тихонович, да. Мир вам. Мира. Вот такой вопрос. Хотела купить лестницу, а мне продавец сказал, что вам еще рано, и надо получить благословение у батюшки. В общем, я к батюшке подошла, он говорит, нет, рано вам еще. Кто лестницу имеет, тот с супругом не спит. Вот так мне ответил он. Нет, не так, не так. Просто глубины такие показывают. Вот я пример знаю. Был архиепископ брюссельский Василий, и он переводил, хорошо знает греческий язык, и переводил Симеона Нового Богослова. И остановился, перестал переводить. А почему? Потому что если люди будут его знать, мы все поголовно признаем себя неверующими. Они берут такую высоту, а их называли это ангелы во плоти или человек на небе. Вот Исаак Сирин и Симеон Богослов, таких два. Считаем Златоуста, Филофилакта, каждое слово понятно. А он такую высоту, глубину берет, богословствует, говорит, а сами с места не сдвинулись. И все это обман. Это в Духе Святом полностью. Полностью.
Так что священник, может, и прав. Вам это и не надо. Читай Евангелие, потому что там начнешь на каждом шагу спотыкаться и думать, и заснешь над книгой. Так. Что-то длинный антракт, молчание затягивается. Ну, затихли как. Задумались. Ну, думай, давай, пока есть возможности. Игнатий Тихонович, а вот этот Стив Митчелл, почему бы не под каждым его роликом дать ваши все вот это данные, ролики, чтобы видели весь американский народ, и под другие американские ролики надо ставить. Уже дали, дорогая сестра, дали. Сегодня выставлен третий, четвертый, ты считай, под первым, под вторым-то все выставлено. Под каждый ролик ставить одно и то же, я не знаю, полезно ли будет. Нет, я там говорю... Все сказано. Там адреса, телефоны, Потеряевки, в форуме, зимой, летом, там все, масса фотографий. Посмотри, вчера только было поставлено это, рядом здесь. А я видела. Игнатий Тихонович, я хочу сказать, что и под других ролики, чтобы не только Стив Митчелл, но и другие американцы увидели и захотели в деревню в Потеряевку переехать. Да нет, таких не будет. Там православных много, и ни один не движется. Когда я у них был, там в Америке ездил, я говорю, вы ностальгировали по России. Сейчас двери открыты, 92-й год, месяц июль. Я в Вашингтоне выступал по «Голосу Америки». Ко всему миру обращение сделал-то, и ни один не сдвинулся. Мы привыкли на туалеты, говорит, время тратить на теплое это, чтобы полы подогреть. А сейчас мы посмотрели, как на оленях 40 градусов мороза, да и больше бывает. Я каждый день как вспомню, так и топить неохота даже. И чум, шкуры там, ну хоть 10 слоев делай, ну земля все промороженная. Вот люди живут как, и не ропщат, и Бога молятся. И она говорит, у меня 7 детей в чуме, там защищать, да даже не поймешь, как это так. И дети хорошие, и сами все здоровые. А как фильм называется, не подскажете? Да чего ж не подскажешь. Вы там зарядите, там трудно, что-то северное, там олени, и где они. И как они там, ну, какие-то там сучки горбатые набрал, даже хоть прямые были бы, затаскивают, шкуру откинул, задом прошел, чтобы не зацепиться-то. И она там жжет, печка такая, которую перевозят. А под ней там большой противень-то, она туда угли кидает. И сидят. И ребятишки, погода хорошая, оленя закололи, но там, где ямка у него мясо, кровь стекла, они там макают, и мясо-то из крови едят. Это которые немцы. А эти, видимо, коми там или какие есть. Даже удивительно. Я посмотрел, до сих пор из глаз не выходят они. И какие табуны. 4000 оленей. Тысячи. А это олень. Олень, это же не овечка, больше. И они стараются детям это передать, чтобы они приняли эстафету от них. Вот какие люди есть. Вот они переезжают с места на место. Каждый год через Урал перегоняют, где оленей там сдают. 10 часов проехали, 10 километров. Стада идут, они снова чум делают, снова снег разгребают и ставят, и там ночуют. Я вот голубям слажу, ну, на крышу у себя, в руках ничего нету. Я зайду над плитой, едва-едва руки отогрею. Она сидит, этот жезл, который управляет, а там 40 градусов. Кто-то тут писал, я не знаю, Юрова или кто, говорит, там знакомая, в храме стоят 38 градусов мороза. Ноги пристывают. Вот люди живут, вот подвижники-то. А что же у нас-то, и стена у меня есть, и окошки, а у них ничего этого нету. Ни электричества нету, ни интернета, ничего нету. И веселые, радостные. Ни одного больного нету.
Игнатий Тихонович, я помнила, вам откуда-то с севера звонила женщина. Якутка ли, кто ли? Ничего не было больше известий от нее? Нет, не было. Жаль. Я мороз, он 27 градусов сегодня, 28 только, 28. Я еще раз говорю, а мне надо голубей кормить. Я залез пока, ну сколько там был-то, там пока корм дал-то, и едва с лестницы спустился, руки не держат. Зашел, я только могу сам над собой посмеяться. Ребенок лежит, рожденный ребенок в люльке, там 2-3 месяца, и он эту шкурку-то отбросил, а сверху-то дыра, и снег упал на него. А отец подошел, снег сшиб, нос дрогнул, мерзляк тоже мне. Мерзляк. Мир вам, братья, это Роман Фроликов. А вот кто сейчас вот у нас, Екатерина, вот потом Дмитрий Бадичан, Эд, Ян. Еще вот зашел, это сейчас геолог, голд, золото переводится, что ли. Кто эти люди? Может, они вот кто-то и есть из них, может? Да нет, это здешний. Мне сейчас один зашел поговорить. Я говорю, у меня занятие из Карабаха. Первый раз. Видно, что армянин. Ну, я нуждаюсь, у меня много вопросов. Ну, завтра, говорит он тогда, это, видимо, на работу уходит. Отовсюду люди приходят, им надо дать ответ. Раз приходят, значит, востребовано. Стив Митчелл. Стив, это я догадывался, говорю, наверное, его Степан звать. И когда сейчас я выставляю ролики, которые наша сестра живет в Америке, она с женой его беседовала вчера. И прямо побеседовала, через 2 минуты уже ко мне дозвонилась. То есть я уже в курсе дела. А его нету дома. Стив, это Степан. У него с ним 14 ребятишек. 7 своих, 7... взятые там, как, усыновленные или как? Ох, и борода у него густая, большущая какая, а? Да, он хороший. Ну вот не знаю, там ему уже передали, вот я в воскресенье мне дали знать о них, я до этого не слышал даже. И вот, ну сразу как-то так все началось, и... Нашлись люди, которые стали скидывать данные. Я тебе собрал данные, отослал в Америку. И как раз сестра начала работать. Сестра эта, которая меня ввела в дом, это сказать, в общение Александра Меня, Муранова Лидия. Ну, там видно все, мы разговариваем. Если все будет нормально, они пожелают, то она может приехать в Потеряевку, пожить как переводчица. Но мы не знаем, как будет они. Они уже купили землю, большие деньги отдали. В другом районе, там какой-то Калманский или что-то, поторопились. Притом через посредников это все. Кто им продаст, когда гражданство не принято? Через посредников, ну и отдельно где-то, отдельно, совершенно, не знаю. Наоборот, бы деньги давали, туда не пошел, но отдельно. 2 пьяных нападут, и ничего ты не сделаешь. Всякие. Ну, мы знаем, как здесь сделали. Все пашни свои все бросили, люди уехали. А это в деревне внутри, мы все молимся, знаем. И тот, кто приедет, он понимает, что это селение, тут телефон. Можно милицию вызвать, полицию. А ты один. И главное, детей-то где, куда, в школу-то? А тут они при тебе, Потеряевки. Я рассказываю, как у нас... Человеку понравится, нет, а там еще собрание, если приедут, будет. Собрание, как решит, примут, нет. Но у него как будто препятствий никаких нету. 5 пунктов, которые у нас есть. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Он такой и есть. И люди проповедовать. Мы тут сразу с ним сойдемся. Православие недавно приняли. И жена, говорит, обрадовалась, когда сказала Лидия, что у нас полное погружение. Ну, не знаем, помолитесь все. Чтобы он вернется домой и нам тут встретиться. Ну, это что, приедут они и приедут, это полдела. А он-то куда ни попало встрянет, так у него тут не то, что разочарование будет, а просто горе.
Там нет у него ни электричества, где купили, ни скважину, только говорить. Скважина одна у нас сделала один, она 80 тысяч только обошлась, кажется. Игнат Тихонович, я вам там написал по поводу Джастаса. Я так понял, что Джастас о нем такого мнения, что он в себе на уме очень, этот Стив. Вот. И второй момент, то, что вот Кате Хумен, то, что ваша вот собеседница из США говорила, я посмотрел это греческое слово, называется оглашать, оглашенные, то есть готовящиеся к крещению. И возможно, что он как раз едет туда, к ней рядом, готовится к крещению. Может быть, он и не покрестился еще. Потому что она говорила, что какая-то секта или что-то, а катехумен – это оглашение, оказывается. Я ничего не могу сказать, потому что с перекладными, не лично с ним. А у него ехать, она сказала, там 6 часов ехать. А будто бы ему надо туда, где-то на Миссисипи живут. Там, говорит, такой климат очень мягкий. Не то, что в Нью-Йорке. Оттуда, я говорю, по скайпу выйдите на меня. Остальное переведите ему, что мы скинули-то. Скинули там по Теряевской жизни летом и зимою. Как со скотиной, там Игорь доит корову. У нас фермер есть. Там есть кому и помочь, и подсказать. А ты один. Там, кому ты нужен-то? Я все рассказал там. Пусть бы позвонили ему, чтобы он не крестился. Говорит, покрестился уже. Не знаю, это чужого голоса как говорить. Только ссылаться на его слова. Крестился неправильно, значит, еще и не было. Крестился, лбы мочили, не знаю. Я скажу, что по внешнему виду они сфотографировались, ну, подходящие. И как она выглядит, и как она с сарафанами-то одета, платочки веселые. И главное, что он везде вот сидит, маленькие ролики, вот он на огороде, там на крыльце, все Библию читает, он проповедник-то. Он сильно привлекает к себе. А который до этого, там, Волкер-то, вот тот все время ха-ха-ха-ха, это, видимо, у адвентистов этого подсадили ему, беса смеха. А кто из вас видел фильм «12» Михаила, это, Михалкова Никиты? Кто-то видел? Я видел. Видели, видели. Ну вот там, когда этот один, который не русский был, говорит, вам это все ха-ха-ха-ха, все ржете и ржете, и дальше все разъяснил. Что такое смех? Ролик выставил и по смеху Сергей парализованный. Какой смех? Долина плача ее, горе смеющимся ныне. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Горе, а тут блаженны. Так что со Стивом-то, ну, больше у нас сходства. Вот он, если к нам приедут, я сказал сразу, я на год могу взять обеспечение питанием, там, одежду. У меня все есть. Сергей, расшевеливай пасту свою. Молчат партизаны. Паства, просыпайся. Вот мы прочитали стих, там Сергей прочитал, что Бог не искушает никого, а в молитве «Отче наш, не веди меня во искушение». Рахиль, ты считай правильно. Никого не искушает злом. Там же слово-то пропустило. Ага, да, ясно. Ну, так вот это и разница. Он злом не искушает. А искушение бывает двух только родов. От Бога и от суеты. А от Бога только два искушения. Болезнь и гонение. Все, запомни это. Ага, спаси Христос. Нам, православным, думать-то не надо. В этих вопросах богословских. Все истолковано. Мы богаты на... Сидим на полных... наполненные жемчугом, бриллиантами, сундуках, и не спим на них. А ты начни считать, и когда потом ты поймешь, сектантское тебе в руки брать неохота будет. Такая мелкота.
Витя Савченко просил молиться, там у него, ну, были такие вопросы, решались даже по-семейному. И Господь так сделал, чтобы все как надо пошло. Я не знаю, что можно сказать, что нельзя. Поблагодарил за молитвы, зашел. Он как отрезанный ломоть сейчас, я смотрю на него. Не знаю, как у вас, а мне прям жалко даже. Ну да. Ну главное, я ему написал сегодня, за него молиться легко. Когда молишься, и за Виктора легко молиться. Это у него с тещей там было по одному божественному вопросу. Никакое это не обыденное было, но оно как-то на обыденное идет. И он сразу попросил молиться. И у него на другой день буквально, вот, два дня не прошло, все направилось. Она попросила у него прощения. Так что молиться уже, надо молиться уже благодарность Богу. Как Господь все управляет. В субботу собираюсь пойти познакомиться с батюшкой, который меня крестил, и выяснить у него, мочил он меня или все-таки погружал. А какие годы это было? Вам сколько лет было? Ну, мне было 4 года, это был 91. А где место жительства? Москва, там у нас храм. Да, даже спрашивать не надо. Да? Да. Они попы как сумасшедшие сделались. Покрестить, вода, все, если не крестят. Это одержимость какая-то бесовская. Как это так может быть? До реформы Никоновской ни одного человека не было, чтобы мочили. Старобрядцы это сохранили, а их больше 50 разных направлений. Все крестят полное погружение. Баптисты, адвентисты, все в полное. Это окатоличивание. У нас икона-то католическая. Христос на берегу стоит, и Иоанн Креститель из раковинки льет воду. Нам и с иконами даже не разобраться. Они не хотят еще делать, а он знает. Ну, знает, значит, спрос будет большой. Знал и не делал. И какая трудность-то? А вы видели, как ребенка он вот в купель-то бьет, и вся вода вылетает оттуда. Его там запретили или что-то пока служить. Как бешеные какие. Смотреть даже страшно. Отец Аким посмотрел, как он крестит, и глаза зажмурил. Вот что ж такое-то? Устроили Освенцим. Ну, я был недавно на крещении, крестили полным ребенка. И у нас в Сретенском тоже построили купель, она для полного погружения. Хоть взрослый, хоть ребенок. Отец Кирилл Сахаров пишет, вот, крестят. А Игнатий говорит, все эти годы, десятки лет будировал этот вопрос. И начали делать, и мне, главное, приходят письма иногда от архиереев, мы тоже построили. Лишь говорит, ничего не сделать. У меня ответ короткий, да ничего еще не делали. А начни и получится. Главное, купель построили, и ко мне на занятия в университете, я за кафедрой стою, пришел человек и говорит, отец Михаил послал сказать, что сделали купель. Я говорю, да готовьте и крестите. Опять закрыли мраморной плитой и лбы мочат. Обманщики. Проклятый, делающий дело Господне небрежно. Иеремия 48:10. Ну, я батюшке своему говорю, вы меня покрестите, я у вас исповедовался впервые в жизни, вы меня, я говорю, и покрестите. Он говорит, ну, тебя же крестили уже, ты же знаешь, один раз крестит. Я говорю, так я не уверен, что крестили. Лука, говорю, он крымский, отлучал вообще за такие дела. Он говорит, ты бы свою щепетильность лучше в деле нравственного очищения проявил, потому что крещение – это покаяние и так далее. Он лукавит. Для крещения вера нужна и вода, полное погружение, троекратно, апостольское 50-е правило. А вы еще говорите, это 6-й Вселенский собор, 84-е правило. Никакого повторного нет, потому что первое был обман. Ну, он говорит, ты если так хочешь, ты иди сходи к этому батюшке, посмотри, как он крестит. А я позвонил уже в храм, мне сказали, так он настоятель, он теперь не крестит. И непонятно, что делать. Ну, буду общаться еще с ними. Игнат Тихонович, так они не лукавят, они же реально в это верят.
Что ну, от песка, да. Там, от слюны и так далее. Они верят в это, они не лукавят. Это вера такая у них. У него веры-то как раз и нет в это. Нет веры в том, что надо делать как положено-то. Он думает, ему дана власть, он каноны, все меняет, и все. То есть жулики, обманщики, бандиты, пираты духовные. Ребенок не очищается, а оскверняется. И тут рождение, а тут удушение. Они его задушили там. Песком, песком, песочное. От воды и духа написано. От воды и духа. А не от глупости и от брюха. Игнатий Тихонович, приветствую вас, Борис Семенович. Борис Семенович, не перестаю пересматривать ваш ролик о подкаблучниках. Вы знаете, это настолько насущный ролик. Почет вам и уважение, что вы понимаете, в жизни я вот сталкиваюсь постоянно, вот перед глазами вы стоите. Хорошо, что вас Вова перепугал, вы спали, помните, да? Да, боже. И вы сейчас перепугу все выдали. Ну, шучу, конечно. Ролик великолепнейший, вы понимаете? И вот это вот по поводу Вити Савченко. Вот вы знаете, к сожалению, наверное, немножко он его касается, этот ролик. Да, и я помню, как вы его уговаривали, чтобы он не ехал в эту долбаную Францию, извините за выражение. Как вы его уговаривали, помните? Рассказывали, доводы приводили. Ну, не тут-то было. Не послушал, потому что подкаблучник, к сожалению. Но вы знаете, Геннадий Геннадьевич, вот по жизни приходится сталкиваться каждый второй подкаблучник. Это очень печально, печально, да. Это ваш один из лучших роликов, считаю. Его надо вообще, знаете, в топ поместить, чтобы их постоянно смотрели. Кстати, всей братьям советую, просматривайте. Не забывайте о подкаблучничестве. Виталий Калинников. Аминь, аминь, аминь. Да, да, Виталий, Геннадий Тихонович выдал, я не знаю, ну, просто, короче, почет вам и уважение. Спаси Христос. Да главное, что в постели. А Вове говорит, Вова, да ты осторожно будил бы, ты напугал человека. А все говорят, только глаза открыл, уже в атаку. Да, да, потому что знаю, что делать. Молодец, спаси Господи вас, Геннадий Тихонович. Слава Христу. Скиньте в чат этот ролик, пожалуйста, Борис. Да, я постараюсь, обязательно. Ролик великолепнейший, братья. Не забывайте о нем. Смотрите его да постоянно, каждый день. Вот поверьте, и все наладится у вас. Очень там рекомендую еще, вам этот ролик. Там еще сопутствующие ролики есть. Каким мужчинам тянутся женщины. Сергей Астахов скинул. Спаси Христос. А что наладится? Игнатий Тихонович говорит так, что если у тебя в семье все спокойно, то ты и есть подкаблучник. Вот и все. А если какие-то передряги, то же, ну вот, начинается выяснение, как кто главнее и так далее. Так что тут насчет наладится, я сомневаюсь. Виталя, поверь мне, смотри почаще ролик, там все сказано. Там великолепнейший ролик. Я второго такого не видел нигде, не знаю. Тут, ну, ничего не прибавишь, не убавишь. Вы мало смотрели. У нас тут епископ был, а епископ говорит, ну, скажите проповедь на литургии-то. Ну, он думает, ну, о чем говорить-то, как обычно начинает, от Адама до Антихриста-то. А я стал называть, проповедь называется Ефод. Я когда проповедь сказал, этот епископ сразу говорит, это где вы такое толкование-то читали-то? Я говорю, а вы еще не согласны? Согласен. Но я никогда не слышал. Я говорю, да нигде я этого не брал. Я просто молился, и мне Господь написал, я говорю. Я молюсь и жду ответа. Это Бог делает. Люди не любят, когда это говоришь. Вот, а вы сказали, я не хвалюсь. Если хвалюсь, то Господом. Бог это делает. Кончает, учится. Ну, Бог делает через вас это все, Геннадий Тихонович. Его же ж не, допустим, не через Игоря Дыбунова. Игорь Дыбунов уже не поставил такой ролик. А почему-то вы же поставили. Ну, я, к примеру, Игорь пусть не обижается. Я просто говорю, или Сергей Павлович. А вы же поставили этот ролик. Тем более спали, да, спали. Вова вас разбудил, вы вздрогнули. Но, видно, во сне вам подкаблучники снились, конечно.
Нет, что интересно, во сне у меня сны очень часто повторяются. Я в университетах вел занятия, а сейчас-то не веду, а у меня это самый это золотой, говорится, век для меня был. Даже трудно найти в городе завод, фабрику, школу, где я не преподавал. Воинские части, милиция, радио, телевидение, все было за мной. Меня на машине возили туда и сюда. Договорились самолет зафрахтовать, чтобы воинские части везде. Я могу это вспомнить как ну, особую милость Божию. Никак. Никак. Как учительница одна. Вот у меня сестра в Новосибирске была, а дети учатся там у ней в школе. Ну, приглашает. И я некогда ехать далеко до Новосибирска-то. Ехать тут часа 4, может быть. Но все-таки поехал, когда накопилось несколько дел. У нее сына сразу берут в армию там. И, кажется, кто-то племянник или кто женится. И в школу. Тогда уже много дел. Теперь я поехал. Она в школе договорилась с директором. И директор добро дала. И в один класс, 2 или 3 класса. Я перед ними говорю слово. Звонок дали на перемену. В это время я через коридор в другой. А там 8А, там 8Б, все вместе. Я за неделю всю школу охватывал. И завуч потом говорит, вот я хожу с вами уже, наверное, 5-й день, говорит. И вы везде начинаете говорить, ну, первый раз видите людей, вступление. И ни разу не повторились нигде, каждый раз новое вступление. Я такого не слыхала даже. Вступление, оно одно. Почему? Я поняла, что и тут надо, и тут как. Я говорю, я захожу, я глаза поднимаю, что у вас на доске написано, что на стене. Я зашел, картина висит Николая Гея и Рафаэля. Я сразу их взял за основу и начал говорить проповедь. Зашел, а у них было по экономике что-то преподавали. Сейчас широкая программа. Я сразу стал говорить об экономике. И как? Ну, так. Если зашел, там математика была, я начинаю цифры показать, как в Библии математически точно все высчитано. Это, конечно, надо с собой ну, библиотеку носить. Которые нападают, а вы, я, ну, они там академию кончили. Я говорю, вот вы все это оттуда берете, а вы, наверное, от зависти говорите, потому что не кончали. Я говорю, это мое преимущество, меня никто не корежил. Я не сидел, не ждал, когда там ответит кто-то на двойку-то. У меня каждая минута была дорогая. Я сколько страниц-то законспектировал, какие горы бумаги. Как Виктор Гюго говорит, одному удивлюсь, как паралич не схватил мою правую руку. И чтобы не хотелось спать, 2 стула, один на один, один боком. И с работы пришел, и дальше конспектирую. Заново решил полностью Некрасова пройти. Законспектировал, списал стихи. Полностью Виктора Гюго, Пушкина, Блока. Там, то есть я перечисляю часть только где-то. То, что мне не хватило. Законспектировать Златоуста 12 томов. Это не посильно было. Мне Бог дал жажду. Виталий Тихонович, надо отдать вам должное. Меня поразил ролик там, где вы ведете занятия с курсантами авиационными, это курсантами. Я, вы знаете, не знаю, как люди понимают они в то время, чтобы вам разрешили курсантам. Но это вообще, я до сих пор не могу понять, как вам удалось это добиться, чтобы вам дали кафедру при курсантам. Там же были политотдел, а все же говорили, Бога нет. Владимир Ильич Ленин, там и т.д. И вдруг на тебе, они сидят умно слушают вас. Как вам удалось это проникнуть? Я не могу, Борис Семенович, ответить на этот вопрос. Это Бог делает. Потому в училище 470 курсантов. И туда священников не пускали они, расположились. Там генерал по ручке. И, а потом они стали, это патриархия, силовые структуры, они мне сказали, говорит, уже постановление пришло, будет вести занятие такой-то священник. Ну, мне отказали, я-то что, только волонтер. Ну, я говорю, я телефон это вам оставил, но они у вас не будут вести. Почему? Так они бесплатно не будут. Да вы что? Такая аудитория, мы тут все это телевидение все показываем. Ну, я знаю их. Ну, я ушел. И что интересно, настоятель, который все палки толкает колеса, так, Николай Павлович, и который курировал дело у меня там, майор, тоже Николай Павлович. Тут Войтович, а там Мазур. Неделя не прошла, он говорит, приходите, опять ведите занятия. А что, мы им позвонили, они говорят, а сколько будете платить? Он говорит, как платить? А у нас Лапкин сколько лет? Лапкин. Они сразу, ну, юродивый, что спрашивать-то? И все.
И опять я вернулся к ним. Даже все рассказать-то нельзя. Как это так? Не знаю, я не могу ни на один вопрос этот ответить. Вот Бог это делает так. Когда Богу доверяешься. Мне вот написано стихотворение 3467 по 9 куплетов. Это 4 тома по 800 страниц. До строчки каждая заполнена. А где темы берете? Это у меня старейший поэт Барнаула Марк Иосифович Юдалевич спросил. Я говорю, я не знаю. Мы на молитве стоим, когда, и мне вдруг передо мной как одна строчка. Я вот сразу бумагу, у меня лежит на молитве бумага и карандаш. Я записал все. За одной строчкой я дальше беру. Вот представь, 3467 листов полностью исписанных, и ни одной поправки нету. Это не бывает так. Он у Пушкина, он раз 20 перечеркивает. То есть он, ему кажется, так, я никогда об этом не думал. Проходит время, я эти стихи свои уже напечатаны считаю, я как будто первый раз их вижу. Я вижу, что к стихам нужно толкование дать. Настолько они, ну, необычные. Вот здесь про Новый год я сегодня скидывал, вы, наверное, тоже получили. Да, спаси Христос. Очень полезная информация. А песнопения там прослушали? Обязательно. Вот. Это Господь так делает. И тут, ну никак, люди не хотят это слышать и, ну, всяко поносят. У меня некогда этим заниматься, гоняться за людьми. Потом, ну, он на это призванный. У него есть, говорит, сосуды в низком употреблении и в высоком. Каждому Бог отмеряет. Игнатий Тихонович, но все равно вот поражает то, что вы вот эту советскую машину, тем более то, что касалось армии, там же насколько была закалка, как вы туда проникли. Ну, это поражает меня. Через начальство. Сначала с офицерами. Вот я помню, а там у них в звании полковника много очень такие полковники. Все там подполковников поменьше, а майоров там несколько человек. Почему? Преподаватели там они, как профессора или кто называется. Ну и как только я выступил перед ними, перед составом руководства-то, они меня к себе пошли. Я говорю, ну пойдем, ну хоть раз заходим, а у них там рыба какая-то в облако и пиво накупили. Ну маленько выпить. Я говорю, я в рот не беру. Ну чем же вас угодить-то тут? А вы сапоги возьмете? Я говорю, какой размер? 43. Я говорю, это мой. Он полез за диван вытаскивать яловые сапоги. Полковник. За того интереса. Я один, они не могут остановиться. Вот пришли, это я провел там как лекцию, ну, повышение. И он не может сказать, скажи, какое у тебя впечатление? Вот тот кончил академию, говорит, у меня такое впечатление, что я ни одного дня не учился. Это Бог делает. Однажды было, это уж попутно сказать. Я пришел, они говорят, знаете, у нас вне графика приехали артисты из Москвы. И они уже устали, курсанты. Ну, не будут слушать. Я говорю, ну, я такую даль шел, у меня же машины нету. Ну, да не будут уже скоро обедать. Ну, позвольте хоть минут 10. Ну, ладно уж, настаивайте. Я стал говорить. Ну, это молодые люди. А я говорю-то по Библии. Проходит полчаса, он заходит и говорит, обед там остывает. Да достань ты... И они целый час сидели и не шевелохнуться ни один. Это Бог делает так. А попы выходят, когда говорят, у него во рту как горячая картошка, я говорю. Что-то мямлит, боится чего-то. Ты скажи, как есть. Вот там видели, как я говорил? Если у вас не будет веры, это головорезы из вас растут. Да, за такие слова, я не знаю, могли бы вас еще лет на 10 посадить. Понимаете? Ну, вот так Бог делал. Да, Игнатий Тихонович, если бы не увидел бы, как вам... Я в тюрьме вел занятия с личным составом офицерским. И где я живу, тут мне можно было работать не ведомственной охране. И Бог дал человека политотдел. Он все подготовил офицеров, там, я не знаю сколько, ну, не меньше, там, наверное, человек 50 или 70. И я каждый раз перед ними выступал, каждый месяц. А потом приехали, там 700, наверное, с лишним, краевое УВД. Прямо на машину за мной полковник приезжает, увозит. У нас, говорит, тема такая, экстремизм. Вы можете сказать? Я говорю, полслова заведусь. Почет вам и уважение, Игнатий Тихонович. Почет и уважение. Это от души говорю. Ну, это Бог делает так. Это нельзя человеку сделать. Никак. Они подыскиваются в каждом слове. Да вас бы раньше, да вас к стенке поставить.
Один вышел сюда, показывает, только придем к власти, коммунистам. Вот ваши потеряевки показывает, выжимает-то. На меня размахнуться, как сейчас смажу тебе? Я говорю, этого нельзя делать. Ты что делаешь? А сам первый секретарь КПРФ Железнодорожного района, Бобров Геннадий Александрович. Да. Это вообще... Трудно поверить в это. Если бы я еще раз не видел бы, ну, не знаю, не поверил бы. Как вот Фома, знаете, по Библии. Так это малая часть сохранилась того, что есть. Как в горкоме партии меня вызывали, в КГБ, где пришлось проповедовать. Вот я перечисляю, что заводы все до одного, фабрики все до одной, техникумы все до одного, университеты высшие все до одного. Это все мне надо было там, притом регулярно. 13 школ. Представь, милиции, воинские части, три радиопрограммы, одна онлайн-часовая. Прямо говорю в эфир. Попы туда лезут, никого не пускают. Это Бог делает так. Выступают коммунисты. Да что это такое? Утром включаю радио Лапкин, вечером включаю. Ни профессорам, ни депутатам столько времени не дают. Это зависть. Это он закупил все у вас на американские доллары-то. Закупил. Поверьте, вот я не знаю, вы понимаете, о чем разговор. Вот в то время, вот о чем Игнатий Тихонович говорит, это подвиг. Это, вы понимаете, за такие слова только вот он произнес бы там или увидели. Сразу заломали руки и все, и в воронок, и никто бы не увидел. Я не знаю, как у него, как хватило мужества. Это, вот конечно... смотрите, первый фильм, который поставили, называется «Предчувствие». Кузнецов Владимир Сергеевич, режиссер. Ну, и они задержались. А в Югославии международный конкурс был. Они приехали, а уже все, разобрали. Первое, второе, третье. А он на день, кажется, опоздал. Он говорит, ну, вот посмотрите. Ну, что смотреть-то? У нас места заняты. А там я участник. Меня туда они затянули, я не соглашался. И когда они посмотрели, ему дали первую премию. А кто был на первом, его на второе место. А кто на втором, на третьем. А третьему ничего не дали, говорит. Вот Бог как делает. Так если это все рассказать, да, это скажет, это не может быть. Это в то время. И вот они привезли, здесь была премьера фильма. Самый большой кинотеатр в Барнауле. Ну, конечно, меня пригласили, мы с режиссером вышли. Вот. А директор Юдина, Зоя Павловна, сидит с мужем, а муж, кажется, военный. Вы, говорит, стали говорить, у меня, говорит, зубы стали вот так щекать. Говорит, я думал, сейчас меня арестуют здесь. Я стал раскрывать всю сущность коммунистического строя. А там говорится, и по фильму где-то. И ничего не было, своими ногами ушел. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Да, аллилуйя. Игнатий Тихонович. Братья, я на работу поехал, с Богом. С Богом? Ну, вопрос-то есть хоть один-то? Да, Игнатий Тихонович. Давай. Слушал, мы начитывали «Жития святых». Святой Нина. И не могу вот вспомнить, сидел, вспоминал, второй там был, Гермоген, что ли. Да. Вот. И там его крестили. Он уверовал, стал православным, его крестили. Крестили обливанием, помазанием. Обливанием, да. Это была причина, которой нельзя избежать было. А почему? Бывает то в тюрьме, то где-то там три условия, когда разрешается. Но это в городе Александрии было. Ну, я не знаю, какие условия были. Если написано, то это значит, что-то было такое. И там по-другому дальше... нельзя было. Бывало, там... в храме начинали крестить, а храм уже начинает зажигать. И там воды вообще нету. Там... Потому что сгорают все. И оказалось, там... шесть епископов начали крестить прям тут же сразу в храме. И там дальше идет, когда его казнили, руки-ноги в костер бросили, отрубили в костер, бросили, чрево проткнули копьем, и потом бросили тело, бросили в реку. Значит, вода рядом, река была. Так, ну бросили-то они бросили, а когда крестился, ее не было, видимо, для него. Ага. Он был в каких-то стесненных обстоятельствах, по-другому нельзя было. Тогда не было, чтобы не крестить. Это клиники, которые раздавлены, его шевелить нельзя. Второе, в тюрьме. И третье, у татар в степи, плену, когда нет воды. Три условия только. Ну да, я вот где там... можно так? Да главное, что вот вы сейчас сказали, руки отрезали, в огонь бросили. И они у него обратно приросли. О чем речь-то идет-то?
Это одно такое житие. Нет, совершенно там тело, невероятное. Тело бросили, еще не сказали, что приросли. Потом, есть такое. Да. Там может, да. С удовольствием послушал, интересно было. Ну, просто даже интересно слушать. Это 1173 жития, и мне надо перед студентами было их запомнить, и когда говорить, ими пользоваться. Игнатий Тихонович, голубка жила, нормально все? Да нет, сидит пока еще, я ее не выпускаю туда. Вот интересуется чем. Спаси Христос. Спаси Христос вас. Мир вам. Так уже 40 минут, Все? Лимит. Где Сергей Павлович-то у нас? Он на работу ушел. Молитесь, Игнатий Тихонович. Ну, давайте достойно-то пропойте. Никого нету. Ладно. Милосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием возблагодарить Тебя. Мы не можем воздать должную честь, но Ты знаешь сердце наше и нашу немощную лепит. Прими, Господи, как фимиам, как жертву вечернюю. Сколько Ты открыл нам за этот день, хвала Тебе! Ибо воистину, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Милость Твоя да сопровождает нас, чтобы мы, дойдя до желаемой пристани Царствия Твоего, вошли в него навеки. Родных и близких найди. И о чем мы рассуждали здесь с сестрой Лидией, со Стивом, устрой, как тебе угодно. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос, с Богом, спокойной ночи. Аминь. Спаси Господи. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, где мне? Ты здесь? А, братья, можно поинтересоваться, вот Дмитрий Бадичан, это Дмитрий Бела... А, он вышел уже. Кто у нас еще? А, я уже и забыл, кто такая Екатерина. Она, да, я говорила, она. Я уже забыл, кто это. Людмила Куликова тоже забыл. Это Роман Фроликов. Забыл. Ну, я вот написал, да, что... Надо правильно понимать еще, что такое, кто такой неподкаблучник по Евангелию. Такого слова-то нету в Евангелии и в Библии. По Евангелию надо идти благовествовать. Даже тогда, когда ничего не знаешь, кроме радостной новости, тогда мы перестанем быть подкаблучниками нашей лени и отсутствия любви к Богу, слава Ему, и к людям. Вот что такое подкаблучник, это как бы по Евангелию. Подкаблучник своей лени и отсутствия любви к Богу и к людям.
как говорит апостол. То есть никто нас не искушает. Ни женщины, там, ни мамы, ни бабушки. А мы сами искушаемся своими похотями. Как говорит, Бог не искушает даже человека. А уж тем более человек какой-нибудь. Слабый человек может искушать нас. Если уж Бог сильный не искушает нас. А мы сами увлекаемся своими похотями. Поэтому в первую очередь себя нужно винить. Вот. И действовать самому по Евангелию. То есть делать добрые дела. То есть благовествовать. Даже тогда, когда еще ничего не знаешь, кроме вот этой радостной новости. Она сама будет изливаться от избытка сердца, глаголят уста ваши. Не от избытка знания сказано, а от избытка сердца, глаголят уста. Человек благовествует от избытка, не от избытка знаний, а от избытка сердца. Но избытка знаний – это тоже хорошо. Если они, опять-таки, на благо, на благовестие, для благовестия. А не для того, чтобы я узнал там у святого, что вот он какой-то там святой говорит, что надо там сидеть в пещерке до конца жизни. И сидел он там, и считается, что это хорошо. Никому не благовествовал, или там чуть-чуть мало там благовествовал. И якобы это хорошо. Вот это знание уже много, совсем ненужное для благовестия. Вредное для Евангелия, для Бога Евангелия, для человека, который хочет угодить Богу Евангелия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Запись еще идет. Можете комментировать. Отхожу.